Снова здорово, друзья, тем временем. Мы пытаемся добраться до полиса, насколько я помню. Тут что-то странное. Погоди. Чё? Там кто-то большой, по-моему, нет? Я должен увидеть. Ну давай, ты пока посмотри. А я тут немножко разберусь. Прикольно, кстати, ему стрижку сделали. Так, давай задание читать. Сообщите готовящемуся нападение на D6. Да, D6 попробую еще как бы напади. Это же как бы бункер. Не, хуй собачий. А чем я сюда спустился? Кто-нибудь знает? Блин, там кто-то большой и страшный. Я отсюда слышу, как он громко рычит. А, молодой черненький, ты куда делся? Мне одному страшно так-то. Что за хуйня тут происходит? Так. Воу. Спокойно, у меня 3 патрона всего осталось. Ты чё, тварь? Да умри уже. Допустим. Еще кто-то есть? Вроде нет. А куда бы нам пройти? Не вижу я красных флажочков. Так, вот сюда, походу, можно. Ебать, он здоровый. Его ведь что-то убило, слышишь? Не-не-не, вот сюда по заборчику. Давай аккуратненько так. Оп. Оп. И чё толку? Ух, я чувствую, сейчас тут война будет просто адская. Жестокое месиво сейчас начнется. А, вот же красные флажочки. Я немного слепой, так что ты это как бы... Слепой, тупой. Тихо. Ох, нихера себе. Ты видел его? Креветка за этого. Прямо сразу, нахуй, сходу на месте. Да, тут есть только еще где-нибудь по патронам? Что-то я вообще не могу сообразить, куда тут идти. Ой, я не хотел тебя тревожить, не трогай меня. Что ты там делал? Патроны не съел? Блять, гребаный фильтр. Так, патроны, походу, все сожрал. Ну ладно, фильтр хоть остался. Опа. Хорош. О, нормально. Будем живы, не умрем. Сказал я и пошел дальше. Ой, стой, я тут могу утонуть. О! Да иди. Слушай, а он, походу, не на нас же бежал. Да тут! Ты чё, падла? Я только подумал, что ты как бы это... Они чё такие шустрые-то? Там ещё кто-то есть? Не вижу.
Опа! Спокойно. Я возьму патроны и ухожу. Все. Все, 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 все. Не трогаем, не трогаем. Нормально. Дремучий лес, слушай, как во Властелине колец. Ну или в Гарри Поттере. Тихо. А, ладно. А что, у нас уже был разбитый, что ли? Пипец, я нещадно отношусь к технике. Просто беспощадно. Кто это где рычит, я понять не могу. Это кто-то идет или что? Не, я примерно-то понимаю, что кто-то где-то идет. Но кто? Ой! Так, еще вопросы? Ну, вопросов... Тихо! Я слышу, где-то кто-то бежит. Ага, вот вы где. Я бы, может быть, бы стрелял бы немножко поэкономичнее, если бы так не пугался. Вы закончились, нет? Нет, походу там еще где-то ходит. Тихо. Чуть-чуть сосредоточенности нам всем не помешает. Вот прям самую капелюшечку. Просто чуть-чуть булки напрягли. И спокойненько пошли, облутались. А, стрелы на максимум, окей. Так, идем дальше. Тихо. Я, слушай, я немножко в ступоре на самом деле. Я немного просто не понимаю, что здесь происходит и чего нам ждать. Ух, ебать, медведи-мутанты. Ебаться, всраться. Мама Мишка. Ну смотри, мама Мишка защищает детишек Мишек. Несмотря на то, что они мутированные, пиздец какие страшные, для мамы они всегда ее дети. И материнский инстинкт говорит «защищай», собственно говоря. Давай зачитаем. А теперь мне известно все, и все стало на свои места. Все, что я видел до сих пор, было лишь приготовлениями. Настоящий удар будет нанесен в последний момент, когда никто не будет его ждать. Корбут говорил о том, что захватит метро бескровно. Он действительно может это сделать. Последняя кровь, которую ему придется пролить, кровь бойцов Ордена, защищающих D6. Красные застанут их врасплох, ведь в момент нападения Москвин будет подписывать мирный договор с Мельником и остальными. Ладно, короче, нам, походу, надо как-то мимо этой настоящей русской медведицы пройти мимо. Желательно не задев детишек, потому что иначе она заденет нас. А я с ней не хочу как бы не иметь никаких отношений, ни плохих, ни хороших,
не нейтральных, а вот знаешь, от слова никаких вообще. То есть я ее видел. Она защищает детей. Осторожно. Чё? Мне у нас срать на детей? Нажимайте Е, нажимайте Е, нажимай, 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 нажимай. Мне пофиг на твоих детей, я же их не трогаю. Я просто хочу пройти мимо. Отстань от меня, пожалуйста. Просто отъебись от меня и все. Я не хочу с тобой воевать. Нет. Бля, тут спрятаться-то некуда, да? Ладно, тогда давай. Не хочешь по-хорошему? На. На. На еще. Держи, пожалуйста. Кушай на здоровье. Бережет спину. Там она беззащитна. Оп, есть. Так, погоди, эти уроды на кого будут нападать? На меня или на медведицу? Воу! Спокойно, мать. Мать, спокойно. А ну. Ой, да ты просто через эти мины проходишь, да? Они тебе просто в хуй не упирались, я понял. Давайте всей толпой, пацаны, толпой гасим. Вместе мы сила. А потом я отпидорашу вас. Не смотри так на меня, а то я тебе в хайло выстрелю. Ой. Я знаю, что такое женщинам как бы не говорят, но ты пиздец какая некрасивая. Я надеюсь, ты это понимаешь. Но если что, то ничего не личного. На, гори. А как мне ее заставить, чтобы она перевернулась к это, как бы на спину? Спиной ко мне повернулась. Ты в курсе, как это сделать? Ты-то по-любому в курсе. А по горбу можно вот так стрелять? Ой, нормально. Ой, хорошо. Ух, вот это я разрядил. Давай перезаряжайся, бегом. Вот так вот тебе, поняла? Сколько у меня патронов там осталось? Так, ну здесь 4, это понятно. Здесь сколько? 48. Да ты пошел нахер, мы ж в одной команде. Вот, ну вы что, обезьяны? Все, свалило? Теперь я вами займусь, уроды. Отлично. Ладно, первый бой мы выиграли. Мы профукали хреновую тучу патронов. Но мы отбились. Куда она пошла? Сюда. Ой, фу! Идите нахуй! Не трогайте ее! Что ты хочешь мне сказать? Ты видела, мать? Если что, я тебя спас. Так что я надеюсь, мне это зачтется. Ладно, текаем, хлопцы, отсюда. Что-то мне здесь не понравилось вообще ни разу. Уж слишком тут страшно. А, да, я тут.
Слава богу. Здорово, пацаны. Что с тобой? Неужели? В смысле? Это кто? Кто сюда ребенка без противогаза? Что? А, все нормально. Да, это он. Это он. Дитя нового мира. Черный. Нет, не стреляй. Ты что, дурак? Тогда держите его подальше. А то я за себя не ручаюсь. Этот зеленый, а этот желтый. Угу. Скажи ему, что я не опасен. Он приспосабливается к людям. Артем, можно с ним пообщаться? Можно. Забудьте о страхах, полковник. Просто возьмите это дитя за руку. Я б не рисковал, конечно. К тому же сомневаюсь. Он руки не мыл. Мы же с болота только пришли. Только доверяй, пока не передумал и не пристрелил его. Все? Так, опять какой-то флешбэк, походу. Или что это? О, я понимаю его. Вижу его мысли. И слышу твои. Хуй, пизда. Ты можешь считать мысли простым прикосновением? Не слышит он мои мысли. Не так. Мы можем говорить на расстоянии. Он особенный. Его усыновили. Давно. Так вот почему Чё? Ты особенный, Артём. Это они изменили тебя, чтобы понять нас. Что за это типа я их... Ты не слышишь? Тебя звали. Я слышу. Открой. Погоди-ка, где-то я? Это же одни из закрытых ворот D6. Кодовый замок. Что там внутри? Ну, походу, сейчас пойдем выяснять, что там внутри. Мои. Мои. Они там. Они спят. Ебать, вас там много. Да это же... Смотри, они в спячке. Он не один. Я должен их разбудить. Им пора жить. Нам всем сейчас туда. Если сможем, откроем тебе дверь. Там смерть. Рядом, вокруг. Но я должен, иначе останусь один навсегда. Ну, пошли помогать, что ли. Помоги нам, и мы поможем тебе. Я сделаю, что надо. Я должен их разбудить. Что-то придумаем. Поживее, муки сонные. Кто это? Кто-то ляпнул только что. Полковник, вот ты такой кайф всегда ломаешь. Полковник, откройте нам ворота в конце линии D6 на ботанический сад. У вас есть код? Все коды D6 у меня есть, но обещать ничего не могу. Ой, да не жлобись, а. Придется. Тогда он выручит нас в полисе. Значит, берите его с собой и по дороге все расскажете. Если убедите меня, открою. За мной. Че, уговаривать его должны, слышь? Ты ж не маленькая девочка, ты ж полковник, в конце концов. Он не единственный, не последний. Я понимаю его восторг и его желание как можно быстрее добраться до своих, освободить и пробудить их. Но он согласился подождать чуть-чуть. Сначала он попытается помочь нам. Если мы успеем на конференцию, Черный сможет открыть для нас крыска спина или самого Корбута. Возможно, заставит их остановить это безумие. Это наш последний шанс. Вот такая... Про Октябрьскую мы узнали от Хана и заявили протест Москвину. Но тот ничего и не отрицал. Мол, к счастью, рядом с Октябрьской проходили учения их санитарной роты. И пойдя на жертвы, вспыхнувшую эпидемию удалось заглушить зародыши. А иначе она охватила бы все метро. Что на это скажет? Да так бы и я поступил. Но ведь агент Красный похитил контейнер с вирусом из D6 перед эпидемией на Октябрьской. И что? Кроме Артема живых свидетелей нет. И кто поверит ордену? Ведь D6 в наших руках. А если это мы выпустили вирус? Красные атаковали Ганзу. Мы можем заставить Москвина признать... Ничего мы не можем. Мы не армия. У нас на все метро 100 бойцов не наберется. Да, Москвин готовился к войне. Но после предложения полиса о разделе имущества D6, он может искренне хотеть мира. И мы обязаны добиться подписания договора. Москвин? Какая разница, чего он хочет? Он марионетка Корбута. Пока Москвин говорит, D6 окружает спецназ Корбута. Этот договор вы скрепите своей кровью. А что, есть идея получше? Притащили сюда эту обезьяну. Что теперь? Разговор окончен. Следуем в зал совета.
Да, вот так вот. Если ты заметил, то прошло 3 дня с момента начала записи и до сего момента. Не получилось у меня с первого раза записать, записываем со второго. Отставить. Всем силам орденов, D6, полная боевая готовность. Корнеев пусть приступает к... Ну, он в курсе. Он в курсе, да. Да. К чему приступает, я не понял. Только бы пронесло. Где молодой? Иди вперед, я тебя прикрою. Какому нахуй слава Рейху? Мы куда пришли, алло? Ах вы суки. Вот сейчас заруба будет просто жесткая по-любому. Готовься, Артём. Держись рядом с малышом. Ага, окей. Да будет мир во имя наших детей. Ура, товарищи! Вы лжете! Хан, с ума сошел? Я знаю, что делаю. Просто поверь, хоть раз. Кто вы такой? Охрана, выведите его отсюда. Да пошел ты нахуй. Рейнджеры, отставить. Артём, малыш. Ваш выход. А ну, покажи свое истинное лицо. А он, интересно, сейчас всем это будет показывать или только мне? Как он будет транслировать во все головы или что? А, я должен по его рассудку, подсознанию, что ли, погулять. Ох, ебать, здоров, старички. А где? Куда? Куда мне идти? Свет в конце туннеля. Допустим. Пойдем до конца. Но это же нельзя открывать. А, это можно? Да ладно. Товарищ Москвин, вы должны меня поддержать. Иначе могут всплыть некоторые неудобные подробности смерти вашего брата. Так, допустим, кропаль не то, давай сюда. Ваш брат говорил о необходимости устранить исходящую от вас угрозу. Что? Какую угрозу? Мы же братья. Он думает, что вы завидуете ему и боится за свою власть. Мне его усики напоминают вот это вот, ну ты понял, да? Но сейчас я ему все выскажу. Боюсь, словами удар уже не отвести. Нужно его упредить. Так, ладно. Максимушка, как я рад, что мы с тобой помирились. Из-за такой ерунды. Ох, пизда, сейчас кто-то сдохнет, походу. Выпьем, брат. Отравлено там все к чертям, 100%. Смотри, сейчас упадет замертво. Я же говорил. Так, ладно. Молчишь? Что смотришь так на меня? Глазами своими честными. Совесть, наверное, мучает тебя, нет? Лысый. Сам ты виноват. Кто хотел меня убрать? Корбут тебя сдал. А теперь меня... За яйца держат! Из-за тебя! Да нет у тебя яиц. Нормальные мужики такой хуйней не занимаются. Были бы у тебя яйца, ты бы поговорил с ним по-мужски. Как брат с братом, в конце концов. Прости. Прости меня, Андрюша. Нет мне прощения. Ой, нет, нету ему прощения. Ты все равно. Нет. Вау, стоп, куда? Я еще не закончил. Что это? Что было? Я вслух? Так, значит. И мне что-то подсыпали. Как брату. Да. Отравил.
брата своего. Брата-убийца. Но Корбут... Я идиот. Думал, он спасти меня хотел. А он так власть взял. За горло меня взял. И сейчас... Т-6 штурмует. А там... Вирус этот. И если он этот вирус захватит... Конец. Но вы же руководитель. Прикажите. Отзовите войска. Или хотя бы задержите. И ушел, слышь. Здесь все ясно. Скорее, на вокзал. Т-6 мы не отдадим. За мной. Ой, заруба будет. Ой, заруба будет. Или мы уже опоздали? Судя по музяке, походу там пизда. О-о-о. Ну, музяка козырная, конечно. Это что, у меня аж мурашки, слышь, по рукам побежали. Если вы проиграете, то будет плохо для всех? Тогда я должен спасти своих. Ты хороший, Артём. Как бы вопросов нет, понятно, что хороший. Он ушел. Он сделал, что мог, и ушел. К своим. Я не могу его за это судить. Остатки человечества добивают друг друга в последней схватке. Это не его война. Я надеюсь, он сумел простить нас. Меня. За то, что мы сделали с его братьями и сестрами. С его матерью и отцом. Жестко. Сейчас, походу, будет заруба под названием «Последний бой», но мы ее оставим на следующую серию. Если тебе интересно, обязательно подписывайся на канал. Жду тебя в комментариях. Большое спасибо, что посмотрел. С тобой был Роман и канал Freesun Games.